скотч, ножницы из металла серебристого цвета. Просто рулон полимерных пакетов. И еще сверхчувствительные весы. Это рабочие инструменты наркодилера для расфасовки зелья. А теперь вещественное доказательство. В двух небольших стеклянных банках порошкообразное вещество. Как показала экспертиза, наркотик в особо крупном размере. В ходе оперативных и следственных мероприятий сотрудниками управления было изъято более 700 граммов наркотического средства героин, что в пересчете на среднеразовые дозы составляет порядка 7 тысяч. Задержать распространителя героина удалось благодаря оперативно-розыскной работе. С июня по октябрь молодой человек вместе с супругой занимался продажей героина в областной столице. При этом сам не являлся наркоманом. И распространение зелья было его единственным и основным источником существования. Белый порошок супруги хранили прямо в квартире, где его и обнаружила во время обыска служебная собака. Опасное зелье было спрятано в полости раскладного дивана. Теперь молодые люди заключены под стражу. И грозит наркодилерам серьезное наказание – от 8 до 20 лет лишения свободы. Анна Одинцова, новости Вологды, при содействии пресс-службы наркоконтроля.